тебя слышу очень громко. Какое у вас ощущение? Каких инструментов побольше, таких поменьше? Не слишком, не глушит? Я кого-то вообще не слышу. То есть все, что я играю... Тот, который звучит выше, тот слышно лучше. Который звучит выше, тот лучше слышно. Ну, мандолину хорошо слышно. Просто я там играла какие-то фишки, я не понимаю, кто я сыграла или нет. Мне нет. Ну, ребята, что это? Ну, такое, да. Перкуссия. Много разных, такого просто не бывает, поэтому чуть-чуть сбавляем. Да, это музыка российская. Причем есть и в нашем репертуаре тоже есть произведения, которые написаны давным-давно, то есть уже и много-много лет, а есть свежие, то есть это такое направление, в котором до сих пор тоже создается музыка. Казалось бы, да, это какая-то классическая музыка, и вроде бы она должна была быть когда-то написана, как Бах, Моцарт, что-то такое, и прийти к нам уже таким немножко умершим латинским языком. Но нет, она живет, и композиторы пишут, и вся эта тема живет в Бразилии очень, и цветет пышным цветом. Сейчас будет как раз композиция, на самом деле очень старая, одна из первых шор, которая была написана, первых шоров, и эту композицию написала девушка, что большая редкость для этого направления. Я знаю только двух девушек, которые писали шору. Это вот Шикини Гонзага и Мика Джордан. Мою композицию мы не исполняли. Может, когда-нибудь будем? Выучишь? Thank you.
Отлично, отлично. Идем дальше. Это написано на самом деле шоу, кстати, хороший вопрос. Шоу такая штука, оно видоизменялось по ходу своей истории. Изначально многие композиции писались для флейты, кларнета. Потом, через некоторое время, мандолина заняла прямо первенство. И все сольные партии практически, не всегда, нет, конечно, есть и другие инструменты, которые сольют, но в основном, в основе своей, именно мандолина является основой шоу и солирующим инструментом. Кавака и семиструнная гитара, которая сегодня не присутствует, это аранжировочные инструменты, и они тоже, в принципе, это обязательные. Понятное дело, что сейчас у нас не полный звук, не хватает гитары. Не хватает большого, на самом деле, большого куска и большого ячейки, которая не занята, потому что басовые и аранжировка у гитары очень богатая. 7 струн, там есть куда разгуляться. Это был выпуск. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Да, вот я
обычно что-то похожее на долю. Но, конечно, пандейру, а четвертый инструмент, по крайней мере, в этой команде, это пандейру, вот они держат, вот этот ровный баланс. А все остальное играет себе мимо. И поэтому, во-первых, прикольно, когда есть слабая доля, я уже говорила, это большая радость. А во-вторых, ну, сейчас вам будет легко. А, нет, не будет, у меня опять слабая доля. Но композиция называется... Они начнут. Гесейта Чисамба. Рецепт Самба.